Медицинские шприцы с крупной партией гашишного масла, перевязанные скотчем и запакованные в пакет, курьер спрятал за пояс брюк. Мужчина планировал доставить наркотики в город Комсомольск-на-Амуре для дальнейшего распространения на территории края. В настоящее время сотрудниками Дальневосточной транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению организатора наркотрафика. То есть, вот, собственно, видите, три шприца больших. Вот, аккуратненько достану, чтобы показать. Паша, с массой темного. По поводу взятого ничего не пояснил. Понятно. Масло везде, да? Разделять на липколинке, смотреть, есть нет. За что вы были задержаны сотрудниками транспортной полиции? Нашли наркотик. Какие? Коноплю. А с какой целью они у вас оказались? Надо было отдать их. А часто передаете? Нет, первый раз. Скажите, пожалуйста, вы за что задержаны? За наркотик. За какие? Ну, передал мне человек упаковку с наркотиками.